У Григория Павловича и Галины Матвеевны их дерево уже в комнате не помещается, поэтому держат его в собранном виде. И речь не о новогодней елке. Древо это генеалогическое. В более компактном виде выглядит оно так. Мы собираем, значит, вот такую информацию о краткой жизни Писания. Вот это его, какие у них родственники были, значит, родственные связи и так далее. Это вот моя бабушка. Вот. И, значит, это вот вся наша семья. Бабушка по линии отца, вот это вот дедушка. Во времени и пространстве семья Новожиловых нашла около 2500 родственников. Собственным расследованием Новожиловы занялись, как только вышли на пенсию. И время появилось, и энтузиазма еще на целую поисковую бригаду хватит. Пока найденные корни уходят не так глубоко, узнать родословную удалось до прапрапрадедов. Зато крона только ширится. Супруги целенаправленно ездят по области и ищут близких по крови. Своей малой родиной Григорий Павлович считает деревню Карпово в Кавернинском районе. Предки из крестьян, видимо, поэтому так и тянет из города. Я бы хотел туда, на родину вернуться, да, но там как бы сейчас по современным условиям это очень сложно сделать. Вот, если что касается предков, да, вот, у нас вот, значит, вот старшие предки, прадедушки, прабабушки, они все занимались сельским хозяйством. Но это, наверное, самая грустная страница во всей этой истории. Родового гнезда Григория Павловича не сохранилось, да и самой деревни уж нет. Это все, что осталось от некогда цветущей деревни, деревни нашего детства. И тем не менее, последние 2 года именно здесь, в деревне, которая жива только названием, Новожиловы и собирают всех своих многочисленных родственников. На свежем воздухе, за длинными столами, они беседуют, чтут память предков и знакомятся между собой. На последнюю встречу приехало больше 100 человек, и каждый мог почувствовать себя частью одной семьи. Сергей Томилин, Сергей Перомовский. Объективно, ННТВ.